Здравствуйте, уважаемые телезрители, вы смотрите передачу «Угол». Мы находимся в штате Вашингтон, и я очень рад возможности, что Бог нам позволил встретиться с этим удивительным, благословенным Богом человеком Антоном Борисовым. Чтобы эта передача состоялась, нам потребовалось немало усилий, и уговорить Антона, мне кажется, что он немножко занижает свои стандарты, ибо я верю, что Дух Божий в этом человеке говорит глубокие духовные истины. И, конечно же, этот человек, мы не можем подписать под его личностью, что он является учителем Библии или пастором. Хочу сказать, что Господь говорит через рядовых людей, тем более в ситуации с Антоном. Я уверен, что Господь ответит на многие ваши вопросы. Итак, я хочу просто спросить у тебя, Антон, когда ты родился, сколько тебе лет? Немножко расскажи о своих родителях и как ты вообще попал в Америку. Я родился в 65-м году в городе Владивосток. В 70-м году вся наша семья переехала в Астрахань. С тех пор только в Астрахани я и жил, в общем-то. Но основным местом моего проживания было все-таки больница, разные стены, санатории и прочее. Когда мне было пять месяцев, выяснилось, что я болен. Мама заворачивала пеленку, и я сильно заорал. Это сломалась нога. Это был первый перелом и не последний. А потом перелома было сотни. Без всяких преувеличений. Не скажу, что я привык к переломам. Я уже здесь, в Америке, пару раз сломался. То есть, что это у тебя? Какая-то необычайная болезнь, редкая? Совершенно остеогенез. Это остеогенезис имперфекта. Это на английском. Но это не важно. То есть, немножко в двух словах объясню, потому что это очень редко. Кости практически... Костей как таковых нет. Хрящ, который ломается там в какой-то определенной ситуации. А можно просто немотивированно. Ну, то есть ты испытываешь боль при каждом переломе? Как обычно. До 5 лет мама пыталась как-то, каким-то образом искать средства для того, чтобы меня вылечить. А потом поняли мои родные, что средств никаких нет. И в 5 лет, я помню, и мама так не сказала, но, в общем, это было примерно: сынок, живи самостоятельно. Меня отдали для того, чтобы я учился в туберкулезной санатории. Вообще, чудо. Я хочу говорить прежде всего о том, что о чудесах Божьих и о любви. Как ни странно. Хоть это, глядя на меня, и невероятно может будет звучать. Но тем не менее, именно я об его любви. Чудо состоит в том, что Бог всегда был со мной. Даже тогда, когда я шел против него. У меня в моей жизни было такое. Так вот, чудо в том, что первое чудо, как я считаю, и самое невероятное, не самое невероятное, вернее, но одно из. Я 12 лет пробыл в туберкулезном санатории среди детей, больных туберкулезом. И за 12 лет я не заболел. Я там не лечился, я там учился, 10 классов заканчивал. Антон, я хочу тебя перебить, извини меня. Ты говоришь, ты помнишь этот момент, когда мать... Так тебе сказала. Ну, приблизительно, ты говоришь, такого характера было, такого содержания речь. Где-то было так, но это было и по смыслу тоже. Потому что после того, как меня отдали в санаторий, родных своих я видел уже очень редко. Так вот. Как ты это воспринял, как ребенок? Не знаю, было обидно, особенно когда медсестры, нянечки пытались говорить о том, что как так тебе не приходит там. Или кому-то приходили, приносили передачу. Конечно, детские воспоминания. Но я помню, что я тогда уже, наверное, стал взрослым. Да. Когда тебя посетила, скажем, первая мысль о Боге, ты можешь приблизительно это время вспомнить или нет? Да, первая мысль о Боге, это еще рассказывать и рассказывать. Это правда. Дело в том, что я закончил 10 классов и какое-то время был под присмотром бабушки.
И поступил в институт. Я думал, ну кто мне поможет? Ты поступил в институт? Да, я поступил в Астраханский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Ты не сдавался, находясь в таком положении? Я не считаю, что я чего-то делал невероятное. Я просто жил, как другие живут. Вокруг меня были люди, я старался жить так, как они, ничем не отличаясь, но ничего невероятного я не делал. Это мне так казалось, ну и поэтому, когда ко мне кто-то подходит с сочувствием, для меня всегда это неудобно. Я все время чувствую себя очень неуютно, когда мне кто-то пытается сочувствовать. Скорее всего, у меня особенно в последнее время было много невероятных ситуаций, когда люди ко мне приходили, и они почему-то уже переставали видеть, кто перед ними находится, но они приходили за помощью. Так было. Люди приходили к тебе за помощью. Да, да. Так вот, я поступил в институт. И после первого курса я начал учиться. И после первого курса с моими руками началось что-то невероятное. Это действительно было что-то невероятное, потому что до этого у меня никогда так не было. Руки практически отказали. Я брал ручку, чтобы писать. Рука ломалась. Я брал ложку, чтобы есть. Опять перелом. То есть просто я... Дело в том, что еще по жизни так вот получилось, что никогда особо не люблю, чтобы просить помощи у людей и чтобы кто-то помогал. Хотя, опять же, посмотреть, если это действительно будет выглядеть неправдой. Но это так. Многим тем, кто со мной рядом находится, очень тяжело именно из-за этого. И никто не знает, что мне нужно, а я порой не говорю. Но это тоже Господь и в этом меня смиряет. Вот, так вот. Я все время привык есть сам, а вдруг рука отказала. Я уже практически не мог поднимать руку. То есть рукой двигал вот так, передвигал ее вот так. Вот. И я понял, что надо как-то лечиться. А как? Врачи никогда не лечили меня. И я помню, что я устроился, вернее, меня положили в больницу, в Астраханскую областную больницу. Меня профессор в Астрахани пообещал прооперировать, который был в этой больнице. Говорит, я буду тебя оперировать. И полгода я пролежал в этой больнице, полгода он ничего не делал. Абсолютно. То есть... И через полгода я в этой больнице заболел воспалением легких. Он тогда счастливо прибежал ко мне и говорит, мы тебя не имеем права оперировать. Я говорю, почему? Он говорит, после воспаления легких мы не оперируем. Я вылечился от воспаления легких, и меня выписали домой. А как дальше жить, я не знал, и жить тогда желаний у меня было мало. Антон, ты пытался добиться, или от государства тебе дали группу какую-то, ты получал какие-то деньги, помощь, или кто-то должен был ухаживать за тобой? Как этот вопрос? Как всегда в России это решается. Помню, собрали какую-то комиссию для того, чтобы мне группу инвалидности дать какую-то. Мне пришли врачи, очень много, посмотрели на меня, вынесли свое заключение. Дадим группу на год. Я говорю, а что через год изменится? Говорит, вдруг ты вылечишься или еще что-то. Я говорю, глядя на меня, вы это сможете подтвердить или еще что-то? Или через год мне опять вас собирать? Видимо, им стало не по себе от этого, и они все-таки сказали пожизненно. Я их поблагодарил, сказал спасибо и все. Но я никогда не надеялся на государство. Антон, тебе приходила мысль, скажем, о самоубийстве? Да, и не раз. Как ты с этим боролся? Никак. У меня просто в какой-то момент не было того, чтобы я это сделал. А в какой-то момент были люди, а в какие-то моменты просто невероятно это было.
Бог зачем-то держал меня. Ну, все-таки давай подойдем к нашему, как бы сказать, центральному вопросу. Твоя встреча с Богом, она состоялась из-за твоего отчаяния, бессилия? Или знаешь, что это было? Ты знаешь, встреча с Богом состоялась у меня, я же говорю, намного позже. Знаешь, чудо. Я написал, я после того, как меня выписали из больницы, я написал письмо. Большое письмо, длинное, смысл его был такой примерно. Как так у нас в стране, я не могу получить лечение. Это был смысл, а на самом деле письмо было длиннее. Мне тогда было очень было тяжело писать, я собрал последние силы, написал. Вот. Кому оно было адресовано? Я написал это письмо, написал на конверте «Москва, Кремль, Горбачёва» и послал. Это было невероятно, потому что это было на деревне дедушки. И, в принципе, письмо не должно было дойти. Но через месяц мне прибежал тот самый врач, который меня направлял, который меня хотел оперировать, и говорит, мы не понимаем, что происходит. Из канцелярии Горбачёва пришло письмо о том, что тебя направляют на лечение в Москву. И 2 года я был в Москве. Чудо было в том, что я сам в этот самый институт, вернее, это был институт травматологии и ортопедии в Москве, писал письмо до этого, года за 3 до этого, и мне ответили, что такими болезнями, как у вас, мы не занимаемся. А тут меня взяли. Я уверен, что Горбачёв не читал это письмо, но тем не менее роль оно свою сыграло. Как это не невероятно. Но у нас есть Бог, который делает еще более чудесные вещи. Так вот, мне сделали там в Москве 3 операции. Мне оперировали руки. Врач долго не знал, что делать действительно с моими руками. Сделал 3 операции. Мне сделали 3 операции. После каждой операции я, в принципе, умирал. Да. Меня поднимали из реанимации, врачи качали головами и говорили, такого не может быть. Почему? Меня отказывался лечить тот врач, который был в нашей больнице. Потому что они все говорили, что я умру на операции. Так и было. Это было 3 раза. И тем не менее, я живой до сих пор. Там же, в Москве, когда мне надо было уже выписываться домой, я получил письмо из дома. Уже конкретно. Домой можешь не приезжать, ты нам больше никому не нужен. И все. Я приезжаю в родной город, а у меня в этом городе никого нет и ничего нет. Для человека, который ходит, это проблема. А я был в таком положении. Я попал еще опять в ту же самую больницу. Мне написали направление, дом-интернат для престарелых и инвалидов. Знаешь, когда я попал туда, у меня было ощущение, что меня положили в гроб и закрыли крышку. Все. В этом месте люди уже не думают о будущем, у них только прошлое. Меня положили в палату, где я был 4-м, а 3 тех, которые лежали со мной, были людьми с психикой, явно далеко от нормы. Это было страшно. В один из годов, который я там был, я там провел 3 года, в этом самом доме-интернате, на том этаже, где я был, умерло за неделю 14 человек. Люди умирали просто от жары. Астрахань очень жаркий город, там 45 теней по Цельсию бывает летом. И вентиляции никакой. Люди умирали просто от жары. Морг был рассчитан только на 6, а умерло 14. И они просто лежали в палатах, негде было хоронить. Ты знаешь, удивительно то, что именно в этом месте я впервые узнал о Боге. Правда, узнал. Тоже очень странно. Так невероятно. Ко мне пришла бабушка, женщина. Села напротив меня и говорит, ты видишь, как тебя скрутило? Если не покаешься, скрутит еще сильнее. Так она тебе сказала? Это было так. И я посмотрел на нее. Она принесла мне тогда Библию. Я посмотрел на нее. Открыл Библию, посмотрел. Говорю, спасибо, Библию я возьму. Но такой Бог мне не нужен. Я тогда принял решение, которое было самым тяжелым для меня. Потому что это было 2 страшных года, когда Господь делал свои чудеса, просто начал стучать в мое сердце, действительно стучать. Причем чудеса были абсолютно невероятные. А я говорил, такой Бог мне не нужен. Что невероятного?
Знаешь, единственный случай в России. Не в этом самом доме-интернате. В ту комнату, где я находился, меня перевели уже в отдельную комнату. Поставили отдельный телефон. И самое удивительное то, что я начал работать. Та работа, которой я занимался, тоже невероятная. Я работал на телефоне доверия. То есть этот телефон находился у меня дома, люди снимали трубку, звонили о каких-то своих проблемах, спрашивали, я им старался что-то советовать, отвечать, выслушивать. В основном выслушивал. Антон, а почему ты избрал именно вот такое направление? Я не избрал, я так получилось. Когда мне предложили, я сказал, давайте попробуем. Тем более у меня до этого было уже какой-то опыт там отвечать на звонки и что-то говорить, а потом за всю свою жизнь я вдруг понял, что я умею понимать, когда другому больно. Антон, люди тебе доверяли свою боль, свои проблемы. А в то же самое время ты не мог свои проблемы кому-то отдать. Это было самым тяжелым. Именно это я и хочу сейчас сказать. То есть Бог сделал так, что у меня была работа, благодаря которой я начал понимать, что люди пытаются мне спрашивать о чем-то, пытаются мне спросить совета, а я сам не знаю, не то чтобы как им помочь, я не знаю, как себе помочь. Потому что, несмотря на то, что я говорил, такой Бог мне не нужен, я все равно уже начинал осознавать, что чем дальше, тем сильнее я начинал осознавать, что внутри у меня пусто. У меня внешне становилось все замечательно, а внутри я понимал, что нет чего-то основного, твердого, на что я мог бы сам встать, чтобы помочь этим людям. Ты знаешь, когда я говорил о том, что у меня нет... не было робота там или еще что-то. Это действительно так, в отношении себя не было. Но я видел, сколько боли вокруг людей, вокруг. Дело в том, что мне сложно было роптать по поводу того, ходил я или не ходил. То есть, почему я не хожу. Я этого не имел, поэтому не. Но вокруг было столько боли, особенно в этом доме-интернате. Люди умирали. И мне звонили. У каждого была своя боль. Я понимал, что, допустим, мне звонила женщина, говорит, у меня умерла любимая кошка. Она плакала, она искренне. Я понимал, что это для нее боль. Но я понимал, что это все не то. Что в этом мире не для этого человек на этот свет рождается, не для этого живет. И ты знаешь, в какой-то момент, это уже было вот спустя 2 года, в какой-то момент у меня, видимо, все это... достигла какой-то критической точки. И лежа ночью, я как-то взмолился, Господи, ведь ты есть. И ты знаешь, как ни странно, этого оказалось достаточно. Я не услышал, я почувствовал. Я всегда был с тобой. И пронеслось вот то, что, о чем я тебе сейчас рассказываю. И я понял, что это правда. Я говорю, Господи, но за что? Я ведь сейчас говорил, я ведь сейчас все делал для того, чтобы тебя рядом со мной не было. Но он был. И... все эти годы и вот эти 3 раза, когда я умирал, все время он был со мной, и я это почувствовал. Я стал членом церкви Астраханской. Вот, было водное крещение, Господь крестил меня духом, потом было много чудесного. Вообще невероятно, вот можно себе представить, что последние 2 года я жил в квартире один, самостоятельно. Не один, конечно, с Богом. То есть в тот момент, когда мне что-то было необходимо, ко мне вдруг звонил человек, а Господь сделал так, что у меня было очень много друзей, и верующих, и неверующих. Кто-то звонил ко мне в дверь и говорил, я здесь шел мимо, и дай думаю, не надо ли тебе зайти. Я говорю, конечно, мне вот нужно то-то, то-то, пить хочу или еще что-то. Так было. Это было чудесно, но я практически не пользовался телефоном для того, чтобы кого-то позвать. Господь окружил меня любовью. Антон, скажи, если сможешь, насколько ты сможешь ответить, восполнилось ли твое одиночество, вот то, что ты оставлен родителями, насколько близкими стали твои узы духовные с братьями и сестрами во Христе?
Ты знаешь, прежде всего, все это идет несколько не от братьев и сестер, кстати. Именно вот те люди, которые меня сюда привезли, Паша Бондарчук, я с ними тогда тоже познакомился. Это были другие христиане, не те, которые была та женщина. Но, к сожалению, она так поняла, что надо страхом спасать меня. Вот. И они мне, я им сказал, о Боге не говорим. Говорил я им так. Вот, но они меня вывозили гулять. Я впервые, когда мне было 25 лет, я впервые потрогал дерево. Вообще это чудесно. Невероятно. В России Бог меня настолько благословил, что у меня практически было все. Вот можно себя представить, но это так, было все. Я закончил институт, я по специальности учитель русского языка и литературы, но работал я с компьютером с 94 года. Господь и здесь сделал так. Я лежал дома у себя, а мог работать по всему миру, не оторванный. То есть я хочу возвратиться к тому моменту, что ты увидел в этих людях не проповедь, а жизнь. Что они тебя вывозили, что они проявляли любовь. Да, но в первую очередь, знаешь, я понял еще, когда в церкви начал общаться, что в первую очередь надо смотреть на Бога. В первую очередь на Иисуса Христа. Потому что только это есть истина. Если человек начинает смотреть на других людей, это, как правило, бывает. Ничего хорошего из этого не получается. Вот. Так вот. Антон, еще несколько вопросов. Наша передача, время подходит к концу. Я хочу задать, спросить, у тебя есть мечта? В чем состоит твоя мечта? Да, я хочу, чтобы моя мама тоже узнала там Господа так же, как я, знаешь. Ты этого хочешь? Я хочу. Случилось другое чудо, знаешь, как ни странно, но у меня очень хорошие отношения с моей мамой. Она пришла ко мне уже спустя много времени и говорит, сынок, ты видишь, как получилось. Я говорю, мама, так было надо. Именно так я мог понять, что для человека самое главное в жизни это Господь. Сынок, но как ты можешь простить меня? Я говорю, мам, но как я могу простить, если я не чувствую, что ты мне сделала что-то плохо? И, но я правда не чувствовал. Понимаешь? Дело в том, что она мне говорит, сынок, но мне врачи сказали, что ты умрешь 12 лет. Я говорю, ну я живой. И даже живой до сих пор. Я очень хочу, чтобы моя мама узнала Бога так же, как я. И самое главное, моя мечта, это о том, чтобы мне не потерять то, что я имею, милость Божью, благодать Его. Потому что это самое дорогое, ради чего вообще человек на этом свете живет. Антон, чувствуешь ли ты, что ты по-настоящему имеешь большое преимущество перед людьми, которые имеют здоровое тело? Да, у меня, знаешь, многие подходят ко мне и говорят, но давайте будем молиться об исцелении. А мне вспоминается такой случай. Я уверен, что когда надо будет, если надо будет, Господь и в этом смысле сделает все. Да и даст мне веру, чтобы я уверовал в то, что мне надо исцелиться. Но я вспоминаю случай про 10 исцеленных, которые вернулся, из которых один, и поблагодарил. Кто из них по-настоящему был исцеленным? А ведь исцелились все 10, а поблагодарил только один. Когда мы придем к Богу, когда все земное кончится, когда ты, может быть, впервые будешь ходить своими ногами и иметь здоровое тело, я очень хочу тебе задать этот вопрос. Что ты чувствуешь в своем сердце? Что ты прежде всего хочешь сказать Иисусу, когда ты его увидишь? Благодарю. Просто поблагодарю за все. Я его и так каждый день благодарю, за каждое утро, когда просыпаюсь. Это самое. И за то, что самое главное он дал нам. Мне дал вечную жизнь. И дело не в том, что здесь и там. Просто когда у человека есть Бог, ему не обязательно иметь что-то или кого-то. Бог — это если у человека ничего нет и никого нет, есть Бог, у него есть все. Последний вопрос. Твой совет, твое пожелание людям,
которые, может быть, сегодня сидят перед телеэкранами в отчаянии, в депрессии? Если это христианин, тот, который чувствует, что сейчас он ему очень плохо, и Бог не слышит его молитвы, то это неправда, Бог всегда слышит. Просто человек часто, чаще всего кричит не туда и не тому. Это человек отвернулся. Просто надо поискать и повернуться, и покричать тому, и взмолиться тому, кому следует молиться. Это если человек христианин. Если человек уже твердо стоит во кресте, цените это, удержите это, и никогда не потеряйте. Если человек не имеет Бога, попробуйте, поищите. Для этого порой не надо много. Надо просто сказать: Господи, откликнись. Он всегда стучит в сердце каждого. И человеку просто надо это услышать, этот стук. Антон, большое тебе спасибо. Господь, я благодарю Тебя за эту встречу с моим братом, с Антоном. Я благодарю Тебя, Иисус, потому что с этой беседой я взял прежде всего для себя что-то очень важное. Господь, я благодарю Тебя за то, что я вижу славу Твою в этом человеке, Господь. Да, в его, можно сказать, обезображенном теле, искалеченном, я вижу Твою славу и его несломанный сильный дух. Я прошу Тебя, сделай нас всех такими сильными и понять самое главное предназначение нашей жизни – это служить и быть с Тобою. Аминь. Мне, наверное, никогда не было так трудно сделать какой-то определенный вывод, как после этой встречи с Антоном. Просто невозможно сказать чего-то определенного, и в то же время я осознаю, что Бог добился очень много в этом человеке. Но я хочу больше оставить внимание на нас. Как выглядим мы, когда мы с такими мелочами, с такими недостойными даже внимания, нуждами, так капризничаем, так нервничаем? Что думает о нас Бог? И даже что подумает Антон, когда он сказал, что ему позвонила женщина, у которой погибла кошечка, как она плакала истерически, дрожащим голосом просила совета. И она не знала, кому она позвонила, какому человеку она позвонила. Пусть это интервью наведет вас на мысль, как вы благодарите Бога за свое здоровье, за свою жизнь. Пусть вас Бог благословит. Делайте выводы. Позвоните нам, что вы думаете об этой передаче, об этом человеке. До свидания.